всем привет. Хотелось бы по последней сложившейся ситуации вам рассказать то, что происходит. 13 числа к Лехе в квартиру заломились оперативники из Петровки 38, как они представились. Я знаю, что в адвокат, я сейчас с человеком поговорю, он скажет, нужен ему адвокат. Я вас тогда приглашу. Давайте вот так, хорошо? Послушайте, я с ним соглашаюсь. Да, покажите, пожалуйста. Я не имею права сделать это, как сказали. Пожалуйста. Я главное соглашение, пожалуйста, ордер ваш. Вот ордер. Что он с вами соглашение заключает. Вы, наверное, видели этот ролик. Он набрал почти 2 миллиона. Я разместил его на лайв-канале. Вот. Леха пока сейчас со мной присутствовать не может. Но самое главное, что хотелось бы сказать. Вломились, изъяли жесткие диски, изъяли телефоны, которые там были. Плюс вручили Алексею повестку, чтобы он явился 19 числа, 19 сентября 2017 года в 10:00 в УОД ГУ МВД России по городу Москве по адресу Серпуховский вал, дом 4. Поэтому 19 сентября он должен быть там. Так что имейте в виду, Серпуховский вал, дом 4. Повестку я покажу. Суть в чем? Мы полетим туда, вот, хотелось бы сказать, что может всякое произойти, потому что постоянно сыпятся угрозы. У Алексея, у отца в квартире вскрыли дверь. У Юры Хованского, там, где он зарегистрирован по прописке, он мне рассказал, что ему взломали дверь. Вот, что недвусмысленные звонки происходят. Нам постоянно всякие обращения сыпятся в плане того, что давайте как-то закончим всю эту ситуацию, как-то решим данный возникший конфликт. Но суть остается сутью. То, что 19 числа Лехе нужно быть в качестве свидетеля, у дознавателя. Вот по этому адресу, который я сказал. Из Кемерово нужно оказаться в Москве. Можно было бы, конечно, отказаться, сказать, что нету денег, ходатайствовать. Все, в принципе, жалобы адвокатам уже поданы о неправомерном вскрытии и так далее. В этом плане работает юрист. Но 19 числа мы туда прилетаем. В Москву, в аэропорт Домодедово, 8:05 по Москве. Поэтому, ребят, просьба небольшая. Если у кого-то будет из подписчиков время в 8:05 приехать в Домодедово в аэропорт и встретить рейс из Кемерово, то было бы неплохо, потому что может всякое произойти, и пару лишних глаз с вашей стороны не помешало бы, чтобы проконтролировать эту ситуацию. Опять же, сказали, с адвокатом разговаривали, это сегодня свидетель, а завтра уже подозреваемый. То есть там, скорее всего, уже собираются из Алексея сделать подозреваемого по этому делу о клевете. Вы, наверное, уже слышали то, что Олежа там заявил, якобы он подал, написал заявление о клевете. Вот такие вот у нас дела, ребят, происходят. Плюс еще что хотелось сказать. Во время того, когда у Лехи проходили обыски, вот это видео, которое вы видели на лайв-канале, там присутствовал некий человек. Его потом в сети опознали, вы можете посмотреть, поинтересоваться. То есть получилось так, что это определенные криминальные элементы приходили к моему дому. А вы? Владимир. Отсюда, Владимир? Ну, отсюда. Отсюда? Да. С кем его? Не Петровка 37. Не с органом, Вы не с органом? Нет. Да, реальная угроза есть со всех сторон. Постоянно приходят сообщения, постоянно раздаются звонки о том, чтобы это все дело урегулировать и якобы забыть об этом. Опять же, очень интересно, как-то у нас урегулирование заключается, то, что якобы это мы должны извиняться и еще вдобавок ко всему удалять ролик. Очень странная позиция для меня лично. Если я услышу извинения, если ребята уберут, так сказать, все вот эти клеветнические и гадостные ролики со своего канала. Поэтому, ребят, ничего не остается, как продолжать. Ну, в общем, вот так вот у нас все в России происходит. Поэтому следим за ситуацией. Все, пока.